Искусство фотографии. В рамках проекта «Беларусь на долоне» в Бресте представили третью выставку художественной фотографии, фотоистории «Физика света». В экспозиции 107 работ талантливых фотографов. Познакомиться с ними в выставочный зал на Советской отправились наши корреспонденты. В экспозиции снимки 15 фотохудожников, среди них как опытные мастера, так и начинающие. Фотограф-любитель Галина Богданович представила на выставке 9 работ. Делится ее источник вдохновения – это природа. Где-то там какая-то радуга, луна, закат. Вот это я очень сильно люблю. Здесь мы видим и архитектуру, и людей, и природу. То есть, ну, нашу Беларусь, насколько она многогранная, насколько она красивая, насколько у каждого свой взгляд, каждый подмечает что-то свое. Перед фотографами стояла непростая задача – приблизить свое мастерство к искусству. Потому в экспозиции работы необычные. Игра света, различные технологии и свой художественный взгляд. К каждой фотографии мастера подходили с особым трепетом. Здесь разные работы, здесь разные жанры – пейзажи, натюрморты. Все белорусские – и пейзажи, и натюрморты, наши цветочки, наши там тыквочки, наши люди белорусы. В общем-то, то, что мы и хотели показать на этой выставке. 107 снимков. В них вся красота Беларуси и ее народа. И каждая фотография нашла отклик у посетителей. Радует, что молодежь все-таки берется за не только за кисть, но и за фотоаппарат и передает через фотоглаз видение мира. И это очень заметно. Очень интересные работы. Конкретно мне понравились фотографии Утгов Анны. Также есть очень много талантливых ребят. Очень все понравилось. И действительно, на выставке фотоистория. Познакомиться с ними можно до 30 июня в выставочном зале на Советской. Валерия Гальперина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».